Только сообща можно добиться высоких результатов, заявил начальник областного главка Сергей Солодовников на встрече с редакторами областных газет. В беседе с журналистами речь шла о реформе местного самоуправления, качестве работ полиции и взаимодействии правоохранительных органов со средствами массовой информации. По словам главного полицейского области, освещать деятельность стражей закона нужно повсеместно, чтобы жители региона знали, что их безопасность в надежных руках. Всем своим руководителям я ставлю задачу. Вот, например, раскрыли преступление хорошее, значит, подключите сразу средства массовой информации, местные СМИ, дайте хорошее интервью, дайте ролики, или если едете на хорошее интересное задержание, возьмите их с собой. На встрече с журналистами сотрудников СМИ призвали вступать в общественные советы микрорайонов и как можно активнее заниматься освещением их работы. Например, наша рабочая группа по СМИ, она должна собраться для первого раза наше видение. В чем наша задача журналистов? Как грамотно освещать деятельность и управления, и общественного совета в том числе? По словам начальника областного главка, если сегодня в каждом районе губернии все структуры и ведомства возьмут в свои руки общественную жизнь, уже завтра начнутся перемены к лучшему. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.